Грузовые автомобили завода имени Лихачева актуальны сейчас как никогда. Несмотря на то, что производство грузовых автомобилей было полностью прекращено в 2016 году, сейчас в свободной продаже можно встретить уйму разных делов, но вот эта машина на фоне других очень сильно выделяется. В Краснодарском крае в данный момент продается интереснейшая машина. Это грузовик ЗИЛ-43-31-80, семейство Тапир, очень редкий экземпляр. ЗИЛ имеет увеличенную грузоподъемность 8-9 тонн, при разрешенной максимальной массе 14,5 тонн. Если вы заметили, переднее пространство у данного грузового автомобиля вытянутое. Это сделано неспроста, ведь под капотом двигатель D260-11-Евро-2, турбированная шестерка с интеркулером Минского моторного завода мощностью 178 лошадиных сил. Именно данный силовой агрегат создан специально для данной модели ЗИЛа. Коробка передач 9-ступенчатая с демультипликатором, кардан образца КАМАЗ, задний мост усиленный 10 тонн, рессоры 90 мм. Несмотря на то, что машина 2007 года выпуска, а передняя последнего поколения, капот и крылья из пластика образца 2015 года. Внутри кабины все условия для водителя, регулировка руля по наклону и вылету, кресло водителя на пневме, гидроусилитель руля, два спальных места и автономка «Сухой фен». Встретить в продаже «Тапиры» очень сложно. К сожалению, эти грузовые автомобили покидали ворота завода небольшими партиями. По сути, это опытная экспериментальная машина. Стоимость машины 1 800 000 рублей. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. На этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч!